Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Меня уже некоторые спрашивают, почему я в последнее время не записываю видео по Квестри, Агам, Леонорев и вам. Но вы знаете, обсуждать какие-то очередные слухи, сплетни, домыслы о том, что вот-вот все работы закончатся, скоро вот-вот все заработает и выплаты откроются, ну, как-то уже неинтересно, потому что подобных обещаний, слухов и сплетен за последние два года было более чем достаточно. Кстати, напоминаю, что уже в следующем месяце, 25 мая, исполняется ровно два года, когда компания Агам прекратила выплаты в Германии, Польше, Казахстане и Украине. Два года, ребята. То есть два года инвесторы из этих компаний слушают все вот эти сказки, обещания, что вот-вот все закончится, вот-вот все заработает. Причем это не просто обещание, а был подписан целый меморандум собственной рукой господина Рабала, в котором он обещал в течение месяца все наладить. Ну да ладно. На данный момент я бы хотел посмотреть, как обстоят дела с сайтами Агам и Five Wings Asset Management. Для начала кликаем на страницу сайта Агам. И когда я перехожу по ссылке, я вижу следующую надпись. Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта такого-то. То есть на данный момент сайт не работает. Я, в принципе, на него захожу достаточно редко. Если вы заходите регулярно, напишите, пожалуйста, в комментариях по вашим наблюдениям, как давно сайт уже не работает. То есть насколько это распространенная проблема. Ну, а больше меня порадовал сайт Five Wings Asset Management. Переходим по этой ссылке. Переходим по ссылке. И вдруг оказываемся на странице с адресом olympia.fi. Fi – это доменная зона Финляндии. То есть мы попадаем на сайт финской компании. У меня сейчас включен переводчик, поэтому вы здесь видите перевод надписей на русском языке. И как видите, здесь рекламируются различные туры, разные путешествия. Туры на природе, сити-брейки, олимпийские уникальные, круизы, сафари-туры, дистанционные экскурсии. Вот разные континенты. Азия, Африка, Америка, Австралия, Океания, Европа, Ближний Восток. Если мы прокрутим вниз, пожалуйста, здесь можно увидеть расценки на туры, да, вот Индия, допустим, золотой треугольник Индии, 8 дней, 1800 евро. Танзания, Занзибар, 12 дней, 4500 евро. И так далее. Туры в Ирландию, на Кубу и даже в Молдову. Господа инвесторы, вот вы ждали от компании позитивные новости. Вот вам позитивные новости. Компания вам намекает. Ребята, что вы там переживаете, нервы себе треплете? Езжайте, отдохните за недорого. Вон в Индию за 1890 евро съездите. Или в Танзанию с Занзибаром за 4500. Отдохните, расслабьтесь, освежите. Я понимаю, что оплатить внутрянкой из кабинета было бы интереснее, но вот создателям лохотрона это, скорее всего, не очень интересно. Потому что зачем кому-то что-то платить, если можно не платить? Смотрите, выплат нет уже полтора года, а в некоторых странах и два, и что? И что-то не видно, чтобы кого-нибудь из организаторов лохотрона привлекли к ответственности. Вышел Рабала, поныл, что ему там мало заплатили, что он вообще-то номинальный директор, говорящая голова, и что он к финансам доступа не имел. А истинные организаторы до сих пор гуляют где-то на свободе и наслаждаются украденными деньгами, у них все хорошо. Для тех, кто создает веб-сайты, для веб-мастеров, то, что вы сейчас наблюдаете, называется перенаправление. Когда вы набираете один адрес страницы, а в итоге попадаете на другую. То есть с одной страница делается перенаправление на другую. И похоже, что веб-мастера, отвечающие за сайт Five Wings Asset Management, тупо сделали перенаправление на сайт туристической компании Olympia.fi. Я так понимаю, не бесплатно, за какие-то денежки. Это говорит о том, что, похоже, ничего не восстанавливать не собираются. А инвесторы даже не могут сейчас попасть в свои кабинеты и полюбоваться на свои циферки, которые они полтора года как вывести не могут.
В общем, для тех, кто ждет позитивных новостей, позитивные новости есть. Компания закрыла вам кабинеты и отправила вас в путешествие. Разумеется, за отдельную плату. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.